Today we're going to talk about trading the U.S. equity markets and how I've been able to successfully trade it for over 16 years. A little bit about myself. My name is Pete Renzulli. You can see on the bottom here, the website is tradingeducationblogs.com. On the bottom here, if you want to reach out for a little bit more than what we accomplished here today. Just a brief explanation of who I am, and just to give you a little background, I have been an entrepreneur, a small business owner for over 25 years. Я был интерпренером на протяжении 25 лет, занимался трейдингом в течение 20 лет, и я был трейдером на полное время, в течение полного времени, в течение 16 лет. В 2000 году я перешел в трейдинг. Также я имею серию 24, которая дает мне возможность управлять трейдерскими офисами. Я был CEO в двух успешных proprietary компаниях, в которых было более 1000 трейдеров в Нью-Йорке. И я также имел 9 офисов, включая Амстердам, Канаду, Ирландию и другие места. Я занимаюсь обучением трейдеров по всему миру. И как бы мне нравится общаться с людьми из разных стран. Также я являюсь CEO двух образовательных компаний. Также я веду блоги, где я делюсь своими мыслями о трейдинге и занимаюсь образовательной деятельностью. А также я путешествую по миру в течение 8 лет, обучая торговле акциями. Я обучил 1000 людей онлайн и вживую. Занимаюсь индивидуальным коучингом. Теперь вы можете видеть, с кем вы общаетесь, и как бы приступаем к обучению. Я персонально проторговал миллионы акций, и для того, чтобы быть успешным, нужны некоторые вещи. То есть мы стараемся, мы почему-то делаем вещи более трудными для нас. На самом деле для успеха требуется всего несколько вещей. Вы должны быть сфокусированы на шагах, которые нужно сделать для того, чтобы быть успешным. И ваши мысли должны быть тоже сфокусированы, чтобы выбирать трейды с высокой вероятностью успеха. Входы и выходы – это все второстепенно. Самое главное – быть сфокусированным и быть сконцентрированным на своих стратегиях. Процесс нахождения хорошего трейдингового сценария – то, что мы сегодня будем обсуждать. Вы находите институциональные деньги, которые идут за акциями. Мы находим институционала, который пытается защитить позиции. То есть у нас должно быть, наши мысли должны быть сконцентрированы на каждом трейде. И мы должны уметь менеджить каждый трейд. Мы должны понимать вероятности, вероятности успеха в каждом трейде. Не каждый трейд должен быть успешным, но те трейды, которые идут в вашу сторону, вы должны взять все, что возможно. То есть вы делаете очень много трейдов в течение времени, и большинство из них, если вы используете правильную стратегию, будет в вашу пользу. Вы должны хорошо выспаться, вы должны правильно быть настроены на трейдинге, поэтому это тоже часть успеха. Управление трейдингом, управление самим собой, и самое главное, нужно иметь хорошую идею. Это то, что как выглядит рынок сейчас. Час назад была сделана эта картинка. Есть как бы возможности, когда нам действительно легко торговать акцией, как в примере, когда линия идет восходящая наверх. И есть моменты, когда маркет находится в рейнже, когда очень тяжело торговать,
и вероятности в этом случае не в вашу сторону. Большинство трейдеров не могут понять, когда тяжело торговать и когда нужно отступить от рынка, когда лучше не торговать, чем торговать. Нужно как бы уметь понимать, когда институционалы что-то делают и когда они ничего не делают, и тогда нужно просто отступить от трейдинга. Нужно как бы не торговать в такие дни, это будет просто вы сэкономите свои деньги, время и комиссионные. Мы продолжаем делать новые хаи по рынку, рынок чуть-чуть как бы пулем назад. То есть нужно просто наша работа, это уметь находить высоковероятностные сделки и находиться вне сделок, которые не могут нам ничего дать. Некоторые сценарии имеют более высокую вероятность и более высокий потенциал в трейде. Таких трейдов, которые бы не имели риска, их нет. Но мы должны находить трейдов, в которых есть наименьший риск. И мы должны думать о риске вперед, прежде чем думаем о прибылях. И мы должны рисковать, соответственно, больше, чтобы заработать больше. Если вы не заработали деньги на высоковероятностном трейде, это все равно хорошее как бы, решение, поскольку бывают иногда трейды, на которых вы не заработаете. Мы смотрим за рынком, мы смотрим за большой картиной рынка. И order flow, то есть поток денег в акции, это для нас наиболее важный момент. Мы смотрим за рынком, секторами и отдельными акциями. Когда все три как бы показывают в одинаковом направлении, тогда наша вероятность наиболее высокая. Когда мы видим order flow с маркетом, сектором и с отдельными стаками, тогда все в нашу пользу. Тогда у нас высокая вероятность позитивной сделки. Значит, сектора и индустрии, они, order flow в секторах и индустриях наиболее важны для нас. Когда, например, рынок не идет в какую нужную вам сторону, то у нас нет такой уверенности в том, что наши идеи отработают себя. И также, как мы видим по этой пирамиде, для нас как бы специфично для некоторых стаков, order flow в отдельных стаках тоже может иметь место. Но она не такая высокая, как если мы берем в разрезе секторов и рынка в целом. Значит, рынок, сектор, акция. Так у нас идет пирамида. Чтобы быть постоянно прибыльным в трейде, нужно как бы использовать высокие вероятностные сценарии. У нас должна быть картинка реакции цены, которая будет выглядеть вот так, от рынка, индустрии и к акции. Давайте посмотрим на маленькую картинку вначале. Это мы смотрим на свечи, тело свечи, high, low, open, close, тени свечей, самая высокая точка, самая низкая точка.
four that I use, and hopefully by the end of this presentation, you will be able to look at a chart and say, wow, that's all I need to look at. После конца лекции вы сможете посмотреть на график и сказать, да, вот это все, что мне нужно. Red, where it is from the high and where it is to the low, they all mean something in the big picture. And I'm going to show you how to look at those. Все вот эти вещи, они что-то значат. Они свечи, верх свечи, тело свечи. So green candles that have that type of price action, they're bullish. And for those of you that don't know, bullish means you're expecting price to go higher. Это у нас bullish свеча, когда мы ожидаем движение цены наверх, и bearish свеча, когда мы ожидаем движение цены вниз. Here and close there. That's what makes it green. The candle is red or bearish if it opened here and closed down there. So that's very important to set that characteristic. So how do we use that, and what candles are important? Energy свечи, энергетические свечи, это те свечи, которые начинают или заканчивают то или иное движение. И вы сможете эту стратегию использовать уже завтра, она достаточно проста и она работает. Это простой метод, который работает. Energy свечи – это большие свечи, которых можно отличить от любых свечей, которые там слева или справа, они четко выделяются своим размером. Они имеют большое тело, открываются около своего low и закрываются около своего high. То же самое в bearish свечах, они открываются около своего high и закрываются около своего low. Energy means price action and volume, and that's what stocks. Energy означает движение и объем. Это означает, что движение вверх или вниз идет на большом объеме. То есть институциональные деньги заходят или выходят из акции. So typically this represents a high energy move, and here's the key. This is what you want to write down. It means it's starting a move or ending a move. То есть еще раз, это начинает движение или заканчивает движение. Capitulation, когда у нас начинают выходить институционалы после движения акций наверх, они считают, что движение закончено, и они выходят оттуда. Еще раз, это начинает движение и заканчивает движение. Следующие свечи – это как бы такие полые свечи, которые означают разворот движения. Они означают для нас место, чтобы зайти, когда мы ищем разворот, или выйти, когда движение закончилось. Они имеют маленькое тело и не имеют, могут иметь цвет и могут не иметь цвета. Цвет тела свечи не значим. Только вот что малый размер тела свечи означает разворот. Эта свеча имеет значение после моментума, после движения. Несмотря на свой размер, наличие малой свечи означает, что покупатели или продавцы находятся пока в силе и несмотря на размер свечи. Маленькие свечи замедляют движение после движения агрессивного с energy свечами. Маленькие свечи замедляют движение. Чем ближе вы к шести подряд свечам, которые делают high highs и high lows, тем более вероятнее разворот. Melted свечи, то есть такие свечи как бы без тела, они означают нерешительность. То есть может произойти, то есть не знает рынок, что будет дальше. Они означают нерешительность. Вот график Citigroup, компании Citigroup. Акция никуда не шла в течение всего года. Посмотрите на все эти маленькие свечи, которые означают нерешительность.
if you're looking at this stock and you see all of that indecision, that means the big money is not doing anything. Если вы смотрите на такую акцию, видите так много малых этих свечей, которые означают нерешительность, это означает, что большие деньги ничего не делают. Институционалы сюда не заходят. Easy money is when big money is doing something you can spot. Когда вы видите, что делают большие деньги, это легкие деньги для вас. Indecision, so there's not a lot to do. So what does that mean? Indecision, то есть нерешительность, это значит, что нечего тут делать в этой акции. И на основании сегодняшней лекции вы увидите, что если у нас как бы energy, то есть если энергия или есть нерешительность. То есть энергия, мы заходим. Если мы больше торгуем тогда, если мы видим нерешительность, то лучше просто снять эту акцию с экрана. Это хорошая иллюстрация того. Ничего не делать – это умно, когда, допустим, делать что-то, активно торговать – это просто приведет к потерям. Теперь мы поговорим об inside candle, о внутренней свече. Это так она выглядит, которая в кружочке свеча. Она находится внутри предыдущего большого движения. Значит, волатильность понижается, когда мы видим такую свечу. Inside of the previous one. So what's actually happening here is price action is pausing. Происходит пауза в ценовой реакции. То есть акция никуда не движется. Происходит пауза. Like that, and I'll show you what I mean by that. So it's indecision. Происходит нерешительность или пауза в движении акции. Are good entry signals. А нерешительность это хороший сигнал для входа. So the correct play. Правильно это ждать breakout, то есть пробой из inside candle. То есть этой внутренней свечи ждать пробой. Это сигнал к входу. Inside candles on daily candlesticks are your game plan, and then inside candlesticks on 5-minute, 10-minute, 15-minute charts are entry signals. На 5-минутном, 10-минутном, 15-минутном сигнале чарте это сигнал ко входу, внутренняя свеча. Посмотрите на этот график, и мы ищем inside candle. Мы видим вот эту красную большую свечу, это energy свеча. Вот эти все маленькие свечи, это нерешительность. Вот мы видим большие вот зеленые свечи, такие, это energy. Вот у нас inside candle, который внутри последней красной свечи. И это ведет к движению наверх. Breakout. То есть мы ждем breakout, когда у нас внутренняя свеча. И это очень сильный торговый сигнал, внутренняя свеча. Опять мы видим inside candle на самом верху, и мы ожидаем дальнейшего, мы видим второй inside candle, это как бы усиливает наш сигнал, и мы ожидаем дальнейшего движения наверх. Это очень серьезный сетап, и мы ждем еще одного energy candle после этого. Мы ждем после инсайда energy, energy, energy. Опять inside, inside candle, energy, energy, energy после этого. Это очень сильный сигнал, когда вы имеете больше, чем одну inside свечу. На более глубокий анализ свечей. Well bid, well offered. То есть это большой покупатель или большой продавец. Когда мы видим больше, чем одна свеча, институционалы делают больше, то есть они агрессивны. Это дает нам более высокую вероятность. Это у нас сегодняшний хай на закрытии. Это у нас высшая точка дня. Это у нас предыдущий лоу дня. Это у нас новый лоу. И мы видим higher lows and higher highs.
different price points there that help you. Четыре разные формации цены, которые нам говорят о том, что есть агрессивные покупатели. Хай выше, чем предыдущий хай. Клоуз выше, чем предыдущий клоуз. Институционалы из одного дня в другой дают нам подтверждение того, что они продолжают покупать. Well bid, то есть это значит, что институционалы как бы имеют еще намерение купить больше акций. Хай, ну вот уже я говорил, еще раз повторение. Если видите это как дневная, недельная, то есть мы видим, что институционалы делают то же самое, что они делали вчера. То же самое и с красными свечами, которые означают, что институционалы имеют больше акций для продажи. Lower lows, lower open, lower high, lower low. Ну, все то же самое, как в предыдущем, то есть что-то наоборот. Большие деньги двигают цену вниз. So in this instance, we have a whole different situation where sellers are doing something. So we have a lower high, a lower low, close, and pushing it lower. This one is called well offered. Это well offer, то есть акция well offer, это значит, есть большой продавец, который есть, у которого есть много акций, которые он хочет продать. That's what I want you to write down. Well offered, lower lows, lower highs equals good to sell. Это хорошо продавать, а первая ситуация лучше хорошо покупать. When two candlesticks form higher highs and a higher lows, that's considered well bid. Когда две свечи формируют higher highs и higher low, это говорит о том, что есть большой покупатель в акции. Востребованность от институционалов поддерживает высокие цены. Когда две свечи формируют lower high и lower low, это значит, что есть продавец, есть как бы большой, который поддерживает движение акций вниз. Well offered. Институционалы продают, у них есть много акций для продажи. Well offered, and the last price is outside of the previous trading range, that's a plus. You would consider more leverage. I'm going to show you what that means. Okay? So here's посмотрите на график. USO, the oil fund. USO, нефтяной фонд. Вначале он хорошо продается, то есть есть продавец. So this entire 10 дней подряд акция хорошо продается, ну, то есть есть больше продавцов, чем покупателей. Lower highs и lower lows. Когда это происходит, вы должны быть агрессивны, потому что у вас должна быть уверенность, что есть институциональный продавец, который гонит эту акцию вниз. Вы должны это делать просто, простой подход. Теперь посмотрим, как мы можем увидеть well bid, когда мы можем увидеть покупателя. Higher high, higher low. Три, четыре подряд свечи и одна inside свеча, которая может нам символизировать возможное продолжение движения. Это indecision свеча и inside свеча в то же время. Если идет в консолидацию, значит мы покупаем, но это значит indecision и возможно нужно взять прибыль после такого. Такие ситуации легко найти, легко их торговать и легко брать прибыль, в принципе.
sell easy. No fancy technical indicators. Никаких не нужно сложных индикаторов, все, что вам нужно, это это. How do you use this with the big price action of what happens? So what we're going to learn how to do now is understand why a stock would start up here, go down here, go from here. Теперь мы постараемся понять, почему такие движения происходят. Как читать реакцию цены как профессионал? Order flow – это институциональная активность. Это поток ордеров. Order flow – это поток ордеров. Когда мы можем комбинировать две вот эти вещи, мы можем от этого получить большое преимущество. Again, please write this down. Trading is simple. Торговля – это простая вещь. Не нужно ее делать тяжелой. Сейчас мы будем смотреть на эту картинку. Это очень хороший сценарий. Пауза на высоком объеме. Формируется новый аптренд. Пауза на маленьком объеме. Это у нас продолжение тренда. Аккумуляция, накопление акций. Аккумуляция – это когда институционалы покупают акции. Институционалы и хедж-фанды покупают акции тихо, чтобы никому не привлечь ничего внимания, и в то время, пока идет даунтренд. Пока акция идет вниз, они в конце этого движения покупают акции. Покупки закончат этот даунтренд, приведет к изменению тренда, и после консолидации наступит тренд наверх. Многие трейдеры, когда видят такой тренд, они продают акции, поскольку видят тренд вниз. Пока акция идет вниз, это будет легко для фондов аккумулировать акцию тихо. Много продавцов, и поэтому цена движется вниз, и это делает легче для фондов аккумулировать акции. Когда институционалы имеют большой заказ купить, они пытаются делать это как можно тише. Потому что они не хотят привлекать никакого внимания и не хотят, чтобы кто-то использовал эту информацию и заходил в акцию вместе с ними. Они просто двинут акцию сами вверх, если они кому-то дадут эту информацию. Они пассивно покупают как можно больше акций, пока продажи не заканчиваются, и после этого им не остается ничего делать другого, как двигать акцию вверх, если у них есть остаточный объем, который они должны купить. Если нет больше продавцов, а цена идет наверх. Мы увидим паузу на графике, консолидацию. И на высоком объеме. Если мы видим паузу или движение вниз на высоком объеме, после даунтренда мы имеем паузу, после на высоком объеме мы имеем паузу, после чего тренд сменяется. Если мы посмотрим на график акции FSLR, мы увидим, это происходит. Маркап – это когда покупатель должен купить еще больше акций, и он готов платить более высокую цену. Для того, чтобы закончить свой заордер, он должен платить больше за это, и акции идут наверх. Пауза формируется большими покупателями, которые продавали акции, они прекращают ее продавать, и акция больше вниз не идет. Сейчас мы имеем две группы трейдеров, которые должны покупать акции. В первую очередь это шорт-селлера, которые должны закрыть свои позиции, и покупатели, которые должны купить акции, чтобы завершить свой заказ.
И он только вещь, которая остается в такой ситуации для цены акций, это идти наверх. Маркап, то есть движение цены вверх, это институциональная demand. Значит, востребованность какое-то время она превышает предложение, и цена начинает идти вверх, начинает пробивать уровни. What will you see that will tell you this is happening? Energy candlesticks. Energy candlestick, energy свеча, она нам покажет выход из этого, из этой паузы, выход из этой консолидации. That's energy candlestick starting a new move. That's important. Energy свеча начинает новое движение. So the markup starts with larger green body energy. То есть маркап начинается с большой зеленой свечи, energy свечи, которая сопровождается высоким объемом. То есть необходимость покупать акции прибыла. То есть нужно шорты закрывать акции, покупатели спешат ее купить, пока цена не поднялась еще выше. Маркап — это то, что это то же самое, что и аптренд. Значит, маркап с хорошим order flow будет определяться как higher highs и higher lows, а с низким объемом на паузе. То есть у нас как бы пауза, когда происходит, когда цена чуть-чуть опускается, пауза происходит на маленьком объеме между движениями наверх. What happens to end the uptrend? What happens if you look for prices to start to go down? So you have the large buyer. Когда большой покупатель заканчивает почти что свой заказ, маркап, он заканчивается, и объем обычно поднимается в этой ситуации. Повышение объема — это означает движение вверх, означает то, что у нас, скорее всего, движение заканчивается. So for this to be distribution, это называется дистрибьюцией в конце движения наверх, в конце маркапа. Это будет сопровождаться высоким объемом на паузе или большим объемом на очень быстром движении. Большие покупатели продают в конце своего заказа, пока цены еще находятся в аптренде, пока цены еще высокие. Большой объем разворачивает движение. После движения наверх многие акции торгуются на высоком объеме. Высокий объем на консолидации. После аптренда. Или быстрое такое быстрое движение наверх, спайк на высоком объеме. После такого медленного движения, всплеск объема, gap up, и после этого акция распродается. После этого обычно цена на акцию идет вниз. Большие деньги начинают, smart money начинают продавать акции. Институциональные покупки замедлились, и как бы статус акция больше не в аптренде, чтобы поддерживать высокие цены. Трейдеры начинают понимать, что востребованность ушла, и как бы начинают продавать, а шорты начинают тестировать акцию. Short sell the stock. И мы как бы тоже вместе должны с этим начинать шортить эту акцию. Трейдеры, которые купили акцию поздно, в этом движении, они, конечно, не правы, и они начинают продавать акцию, чтобы выходить из этих позиций. Ну, как бы создавая selling urgency, то есть создавая такое давление вниз. Когда предыдущие поддержки пробиты, две силы со стороны продавцов объединяются вместе и дают как бы такой же импульс на движение вниз.
Markdown у нас начинается с energy, а markdown, то есть начинается движение вниз с большой красной свечи, которая имеет на большом объеме. И мы начинаем двигаться вниз, а маленький объем на пулбеках, на консолидациях маленький объем. И продолжаем делать lower lows и lower highs. Пауза с маленьким объемом означает продолжение тренда. Markup и markdown – то, что трейдеры знают как тренд. От этого мы делаем наше различие между order flow и current и текущим трендом. Мы сделаем разницу определения. Тренд состоит из моментума и паузами на маленьком объеме. Это у нас тренд. Higher highs и higher lows. И паузы на маленьком объеме. Тренд будет продолжаться до тех пор, пока трейдер не увидит параболическое движение акции или дистрибьюцию на высоком объеме. После этого цена, движение цены разворачивается. Это достаточно просто и очень важно для того, чтобы вы это поняли. И чтобы использовали это каждый день. Делайте трейдинг простым. Еще раз подчеркиваю, что не пытайтесь усложнить свои подходы. Определяйте markup и markdown, которые определяют тренд. Опять же, light volume подтверждает продолжение тренда, и высокий объем говорит нам о том, что тренд закончился. Высокий объем в цене, это высокий объем говорит о том, что первая отгадка на то, что тренд, скорее всего, поменяется. Мы должны следовать за большими деньгами, институциональными деньгами, следовать за трендом, и это просто и достаточно легко. Тренд или пауза? Что мы, зачем мы смотрим? Смотрим ли мы за покупкой или за продажей? Если мы хотим покупать, то мы смотрим за трендом. Если мы хотим продавать, то мы смотрим за паузой на высоком объеме. Это вопрос номер один, на который мы должны дать себе ответ. Четко ли мы можем идентифицировать покупателя или продавцов? Higher and sideways, or higher and pull back, but it's a pause. That's what we're looking for. Okay? If order flow is present, that means you're trending up. Если у нас есть тренд, если мы идем вверх или вниз, то мы терпеливо ждем за паузой в цене до того, как мы будем зайдем туда. В этой ситуации мы можем менеджить свой риск, когда мы заходим на паузу, то есть мы понимаем, что вероятности в нашу пользу, мы можем определить свои риски, что для нас очень важно. Это для нас сигнал входа при паузе. Объем во время паузы дает нам тоже отгадки к тому, какого движения можно после этого ожидать. Маленький объем во время паузы означает продолжение тренда. Высокий объем во время паузы или во время последнего движения в акции символизирует нам то, что тренд закончился и будет разворот. Быстро, скоро или прямо сейчас.
Мы можем использовать это сегодня, завтра и в течение всего времени. Это работает. Еще раз, принимайте это просто так, как оно есть, и не усложняйте себя всякими разными стратегиями. Markup – это buying order flow, то есть есть покупатели. Markdown – это selling order flow, когда у нас есть продавцы. Они состоят из momentum moves, из таких агрессивных движений high highs, high lows и консолидации. У нас есть три типа консолидации. Первое – это аккумуляция. Это в самом низу, когда мы были, после движения вниз, наступает аккумуляция. Вторая – дистрибьюция. Sideways on heavy volume, so institutions are buying after a downtrend and it goes sideways. Аккумуляция, когда институционалы покупают после даунтренда. Дистрибьюция. Это пауза, когда акция идет выше и начинает на высоком объеме стоять в рынке. Continuation pause – это когда у нас продолжение тренда на маленьком объеме. Консолидация обычно заканчивается с пробоем на объеме. Объем, он нам дает подсказку того, что будет происходить дальше. Accumulation – это аккумуляция, это пауза на высоком объеме. Дистрибьюция – это пауза на высоком объеме. Continuation – то есть продолжение – это пауза на маленьком объеме. Быстрые такие параболические движения цены на передвижении вверх означают конец движения, когда у нас на большом объеме акция резко двигается вверх. Это называется exhaustion candlesticks. Exhaustion energy candlestick, который заканчивает движение. Вот у нас пример с акцией HD. Home Depot. Это недельный график. На что мы смотрим? Мы ищем за явные ситуации. Now, what happens here? If you remember what we said before, this is tough. This is difficult. This is where you lose money. Где мы можем потерять деньги, потому что нет тренда. Тут у нас достаточно явно, поскольку акция находится в движении. Это где мы зарабатываем деньги, здесь где очень тяжело заработать деньги. Это да, это нет. Please write that down. You look at the chart tomorrow. Oh, and one thing. This is about 1 year to 18 months on a weekly chart. So you can look out and get a big picture of big money. Please write that down. Big picture of big money. Это мы видим большую картину больших денег. Obvious no. Явное да или явное нет. No. Is it that simple? Yes. Это достаточно просто. If this pause happens on heavy volume. Если эта пауза происходит на высоком объеме, что мы ожидаем дальше? Мы идем вверх, пауза на высоком объеме, дистрибьюция начинается, после этого акция вообще должна идти вниз. Мы видим тут маленький объем. Значит, такая консолидация на малом объеме – это как бы признак того, что акция пойдет выше. Вот у нас акция BA. Акция идет вверх, консолидация. Тут мы покупаем, тут мы не покупаем. Ждем. Тут у нас явное да, тут у нас явное нет. Явно ли покупка или продажа? Yes, no. Simple, да, нет. Okay. Next one. G
JCPenney. Years. Это за несколько obvious лет график. Yes. Obvious no. Obvious yes. Да. No. Нет. Yes. Да. No. Нет. Yes. And да. What's this? Accumulation. Тут right? происходит аккумуляция. Heavy volume after a downtrend. Высокий объем после даунтренда. Аккумуляция. Okay. And what is the markdown? Markdown is price pushing lower. Price is pushing lower. Markdown, цена and идет вниз. Thank you so much, Simon. If you want to learn a little bit more or get some спасибо Саймону за презентацию, за то, что он пригласил меня сюда. I hope I made it very simple for you to understand. We follow the big money. That мы следуем за большими деньгами. Это наша работа. Okay? Это помогает Simon, нам зарабатывать деньги. Еще раз спасибо Саймону за его помощь. Thank you so much for having me today, everybody. I really, really appreciate it.